Общественная тревога объявлена с целью повышения боеготовности для проведения подготовительного корабельного боевого учения. Отражение ударов средств воздушного нападения противника с различных направлений. Исходная установка внести. Цель в зоне. 117 раздел 103 пуск. 117 раздел 103 пуск 9-10 условно раздел 95 подрыв. На корабле проходило подготовительное корабельное боевое учение по задаче ПВО-2 отражение ударов средств воздушного нападения противника имело своей целью проверить, соответственно, работу контура ПВО, его подсистем, систем освещения воздушной, радиоэлектронной обстановки, систем зенитного огня, соответственно, систем радиоэлектронной борьбы тактической маскировки и систем управления контуром ПВО. Учебные цели достигнуты данного мероприятия. Корабль готов к отражению атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений.